Вы смотрите новости. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Пятые сутки подряд статистика по заболеваемости коронавирусом в Казахстане растет. За минувший день 12 381 новый случай. Почти на 2000 больше предыдущего показателя. 5788 инфицированных в столице, больше 1500 в Алматы и Карагандинской области. Лечиться сейчас от инфекции продолжают почти 56 тысяч казахстанцев. 211 пациентов в тяжелом состоянии, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки свыше 1200 соотечественников смогли побороть вирус. Ну а всего с начала пандемии в нашей республике зафиксировали уже свыше 1 000 000 подтвержденных фактов COVID-19. Вот такое вот. Из-за ухудшения эпидобстановки в стране еще две области перешли в желтую зону по темпам распространения коронавируса. Таким образом, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах нашей страны на 15 января. В красном секторе сейчас 3 мегаполиса, 8 областей. В желтом 5 регионов и в зеленой зоне. Осталась только Североказахстанская область. Держитесь. Школьников Шымкента отправили на дистанционное обучение на неопределенный срок. Согласно новому постановлению главного санврача мегаполиса, школьники будут учиться онлайн, пока не нормализуется эпидобстановка. Вот по усмотрению администрации учебного заведения допускается обучение в штатном режиме только тех учеников, которые прошли полный курс вакцинации. Появились и другие ограничения для горожан. Как теперь будут жить в мегаполисе, расскажет Катерина Попкова. Новое постановление подписал главный санитарный врач Шымкента. Школы города переходят на дистанционный формат обучения. На неопределенный срок. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В вузах и колледжах будет возможен смешанный формат обучения. Все лекции будут проводиться в онлайне. Практические, семинарские и лабораторные занятия по гибкому графику в штатном формате. Образовательные центры, кабинеты коррекции, кружки, центры развития смогут принимать до 10 человек, если работают по системе ОШИК. В новом постановлении есть изменения работы и для других объектов. С сегодняшнего дня госорганы, национальные компании и офисы коммерческих компаний 70% коллектива должны отправить на удаленку. Должны вести дифференцированный график на предприятиях и в компаниях, чтобы разгрузить общественный транспорт. Объекты общепита, работающие по системе ОШИК, могут быть заполнены на 50%, но за одним столиком собираться больше 4 человек теперь нельзя. Теперь совсем запрещается работать цирку, игровым клубам, караоке и ночным клубам. Что думают о новых запретах горожане, предлагаю послушать. То, что образование онлайн, мне кажется, это совсем нехорошо. Потому что дети должны учиться в школе. Они должны учиться с учителем, а не по телефону. Людям нельзя собраться, как может театр может работать, как цирк может работать. Раз говорим, там людей не накопится, это... И разные мероприятия тоже, мне кажется, отменить надо. Я считаю, что карантин хоть на время, хоть на короткий срок, очень даже помогает. И мне кажется, дистанционка во многих школах и колледжах, ну, помогает. Если мы сейчас будем соблюдать карантин, каждый будет носить маски, будет меньше ходить по улицам, то, возможно, все это закончится быстрее, чем сейчас же вот это вот все тянут. Сейчас Шымкент находится в красной зоне. По данным Управления здравоохранения, эпидситуация резко ухудшилась. Последние два дня каждый день регистрируют больше 300 случаев заражения коронавирусом. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шымкент, Хабар 24. Сейчас к другим темам перейдем. В Карагандинской области обнаружен очаг ящура у крупного рогатого скота. В Киектинском сельском округе Шетского района введены карантинные ограничения. По данным территориальной инспекции, заразные заболевания лабораторно подтвердилось у двоих животных. Павших голов пока нет. Специалисты приступили к ликвидации очага инфекции. Эпизоотическая ситуация в этом регионе под контролем, сообщают ветинспекции. Я отмечу, ящер специфическая для парнокопытных инфекция. Сопровождается она лихорадкой. Вирус погибает при термообработке мяса и молока, говорят специалисты. С сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения снят еще в двух областях нашей страны, Костанайской и Акмолинской. Новые указы опубликованы на сайте Акорде.
аккорды. И вот накануне с 18 часов вечера режим ЧП сняли в 4 регионах: Карагандинском, Восточно-Казахстанском, Туркестанском и в городе Шымкенте. Я напомню, по западно-казахстанской, также северо-казахстанской, павлодарской областях такое решение принято было 13 января. Бесплатная служба психологической помощи жертвам, которые пострадали в дни беспорядков, уже начала работать в Талдыкургане. Ее запустили в онлайн-формате на базе психолого-коррекционного центра. За день туда только через WhatsApp обратилось уже около десятка человек. Вот, по словам психологов, семеро из позвонивших мужчины, всех преследуют панические атаки. Вместе с тем, многие из обратившихся до сих пор переживают напряжение от прозвучавших взрывов и выстрелов. Это в основном матери-одиночки, родственники жертв перестрелок. Среди них есть и военнослужащие, похоронившие своих однополчан, говорят психологи. Мы заранее обговариваем время сеанса с обратившимися, поскольку нужно, чтобы около 40 минут никто его не отвлекал. Стараемся максимально выслушать человека, дать ему необходимую психологическую поддержку. Постоянно находимся на связи с ним. Будем работать, пока ситуация полностью не стабилизуется. В 10 областях и столице объявлено штормовое предупреждение. Осадки ожидаются на севере республики, в Павлодарской, Кызылординской областях, ну и также в горных, предгорных районах Туркестанской области. Ветреную погоду метеорологи пообещали в Жамбылском и Алматинском регионах. Метели, гололедица в Восточной и Западно-Казахстанском, а также в Мангистауской и Акмолинской областях. В столице сегодня ожидается метель, днем вероятен гололед. Местами порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Прошлый год был 6-м самым теплым за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли американские ученые. По данным специалистов НАСА и Управления океанических и атмосферных исследований, последнее десятилетие было самым, пожалуй, жарким с момента начала наблюдений в 1880 году. Кроме того, экстремальные погодные явления в разных частях света указывают на постепенное нагревание планеты. И вот одним из таких индикаторов стало рекордное количество тепла, которое поглотил в прошлом году мировой океан. Это, в свою очередь, привело к изменению погоды и морских течений. Я думаю, будет справедливо сказать, что нас ждет увеличение частоты экстремальных событий. Трудно сделать прогноз на какой-то конкретный год, но с учетом нагревания атмосферы, к сожалению, таких явлений будет больше. Что касается нынешнего года, то почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, что он войдет в десятку самых жарких. В Турции разрешили иностранцам вакцинироваться от коронавируса на платной основе. По данным Минздрава, на выбор предоставлены препараты компаний Sinovac, BioNTech и Pfizer, а также местная вакцина. В ведомстве пояснили, что сама прививка бесплатная, нужно только заплатить за услугу в медучреждении, а укол обойдется уже в $30. По словам экспертов, с появлением нового направления рынок вакцинного туризма существенно оживится, а на Турцию придется не менее 20% турпотока. Вакцинироваться можно будет после запуска единой системы, куда будут вносить каждую прививку, введенную иностранным гражданам. С собой нужно иметь только паспорт, можно не записываться. Регистрация происходит в порядке живой очереди. И в завершение расскажем вам о спорте. Власти Австралии во второй раз уже аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Похоже, что сербского теннисиста все же ждет депортация. Но сам он не сдается и снова подал на апелляцию, до рассмотрения которой он имеет право находиться в этой стране. Детали судебной тяжбы 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» и тонкости австралийских иммиграционных законов выяснял Амир Хайдаров. Проблемы у Джоковича начались, как только он приземлился в аэропорту Мельбурна 5 января. Спортсмен не смог предъявить веских оснований для пересечения границы без обязательной для всех иностранцев вакцинации. Особое разрешение, полученное от организаторов Australian Open, пограничников не убедило. После нескольких часов допроса въездную визу серба аннулировали и сообщили о необходимости покинуть страну. Правила есть правила, и особых случаев здесь быть не может. Это политика строгой защиты границ, особенно в условиях пандемии. Это позволило нам удержать уровень смертности от COVID-19 на одном из самых низких уровней в мире.
У отеля, куда поместили атлета, сразу начала собираться толпа неравнодушных болельщиков. Поддержку спортсмену выразили и на родине. Президент Сербии назвал задержку Джоковича издевательством, а СМИ заговорили о возможных политических мотивах. В итоге, спустя несколько дней на карантине, сербский теннисист успешно оспорил решение миграционной службы в суде. Его визу восстановили, и он приступил к тренировкам. Хорошо, что он больше не под стражей. Он выиграл дело в суде, и это положительный момент для него. Надеюсь, теперь мы сможем сосредоточиться на теннисе. Но, думаю, остаются еще вопросы, которые требуют ответа в связи со сложившейся ситуацией. Действительно, по мере того, как сага с визой Джоковича набирала обороты, у местных жителей и властей появлялось все больше вопросов к действиям звездного атлета. Выяснилось, что за две недели перед прилетом в Австралию он был в Сербии и Испании, а во визной анкете указал, что не совершал никаких международных поездок. Также во время заражения ковидом в прошлом месяце он нарушил правила самоизоляции и посещал публичные мероприятия в Белграде. Новые обстоятельства заставили австралийского министра по вопросам иммиграции наложить вето на решение суда, и визу спортсмена снова аннулировали. Я считаю, что 8 из 10 австралийцев, с кем вы поговорите, поддержат решение министра. Мы пережили довольно тяжелый год-полтора со всеми строгими ограничениями. Если существуют правила, то под них должны попадать все, и неважно, суперзвезда вы или нет. Точку в деле Джоковича должен поставить федеральный суд, куда адвокаты спортсмена снова направили апелляцию. Ее рассмотрят в воскресенье. Ну а пока 2-1 в пользу австралийских властей. Амир Хайдаров, Хабар 24. Пятые сутки подряд статистика по заболеваемости коронавирусом в Казахстане растет. За минувший день 12 381 новый случай. Почти на 2000 больше предыдущего показателя. 5788 инфицированных в столице, больше 1500 в Алматы и Карагандинской области. Лечиться сейчас от инфекции продолжают почти 56 тысяч казахстанцев. 211 пациентов в тяжелом состоянии, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки свыше 1200 соотечественников смогли побороть вирус. Ну а всего с начала пандемии в нашей республике зафиксировали уже свыше 1 000 000 подтвержденных фактов COVID-19. Вот такое вот. Из-за ухудшения эпидобстановки в стране еще две области перешли в желтую зону по темпам распространения коронавируса. Таким образом, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах нашей страны на 15 января. В красном секторе сейчас 3 мегаполиса, 8 областей. В желтом 5 регионов и в зеленой зоне осталась только Североказахстанская область. Держитесь. Школьников Шымкента отправили на дистанционное обучение на неопределенный срок. Согласно новому постановлению главного санврача мегаполиса, школьники будут учиться онлайн, пока не нормализуется эпидобстановка. Вот по усмотрению администрации учебного заведения допускается обучение в штатном режиме только тех учеников, которые прошли полный курс вакцинации. Появились и другие ограничения для горожан. Как теперь будут жить в мегаполисе, расскажет Катерина Попкова. Новое постановление подписал главный санитарный врач Шымкента. Школы города переходят на дистанционный формат обучения. На неопределенный срок. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В вузах и колледжах будет возможен смешанный формат обучения. Все лекции будут проводиться в онлайне. Практические, семинарские и лабораторные занятия по гибкому графику в штатном формате. Образовательные центры, кабинеты коррекции, кружки, центры развития смогут принимать до 10 человек, если работают по системе ошиб. В новом постановлении есть изменения работы и для других объектов. С сегодняшнего дня госорганы, национальные компании и офисы коммерческих компаний 70% коллектива должны отправить на удаленку. Должны вести дифференцированный график на предприятиях и в компаниях, чтобы разгрузить общественный транспорт. Объекты общепита, работающие по системе ошиб, могут быть заполнены на 50%, но за одним столиком собираться больше 4 человек теперь нельзя. Теперь совсем запрещается работать цирку, игровым клубам, караоке и ночным клубам. Что думают о новых запретах горожане, предлагаю послушать. То, что образование онлайн, мне кажется, это совсем нехорошо, потому что дети должны учиться в школе. Они должны учиться с учителем, а не по телефону. Людям нельзя собраться, как может театр может работать, как цирк может работать. Раз говорим, там людей не накопится, это... И разные мероприятия тоже, мне кажется, отменить надо. Я считаю, что карантин хоть на время, хоть на короткий срок очень даже помогает. И мне кажется, дистанционка
во многих школах и колледжах, ну, помогает. Если мы сейчас будем соблюдать карантин, каждый будет носить маски, будет меньше ходить по улицам, то, возможно, все это закончится быстрее, чем сейчас же вот это вот все тянут. Сейчас Шымкент находится в красной зоне. По данным Управления здравоохранения, эпидситуация резко ухудшилась. Последние два дня каждый день регистрируют больше 300 случаев заражения коронавирусом. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24. Сейчас к другим темам перейдем. В Карагандинской области обнаружен очаг ящура у крупного рогатого скота. В Киектинском сельском округе Шетского района введены карантинные ограничения. По данным территориальной инспекции, заразные заболевания лабораторно подтвердилось у двоих животных. Павших голов пока нет. Специалисты приступили к ликвидации очага инфекции. Эпизоотическая ситуация в этом регионе под контролем, сообщают ветинспекции. Я отмечу, ящер специфическая для парнокопытных инфекция. Сопровождается она лихорадкой. Вирус погибает при термообработке мяса и молока, говорят специалисты. С сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения снят еще в двух областях нашей страны, Костанайской и Акмолинской. Новые указы опубликованы на сайте Акорды. И вот накануне с 18 часов вечера режим ЧП сняли в четырех регионах: Карагандинском, Восточно-Казахстанском, Туркестанском и в городе Шымкенте. Я напомню, по западно-казахстанской, также северо-казахстанской, Павлодарской областях такое решение принято было 13 января. Бесплатная служба психологической помощи жертвам, которые пострадали в дни беспорядков, уже начала работать в Талдыкургане. Ее запустили в онлайн-формате на базе психолого-коррекционного центра. За день туда только через WhatsApp обратилось уже около десятка человек. Вот по словам психологов, семеро из позвонивших мужчины, всех преследуют панические атаки. Вместе с тем, многие из обратившихся до сих пор переживают напряжение от прозвучавших взрывов и выстрелов. Это в основном матери-одиночки, родственники жертв перестрелок. Среди них есть и военнослужащие, похоронившие своих однополчан, говорят психологи. Мы заранее обговариваем время сеанса с обратившимися, поскольку нужно, чтобы около 40 минут никто его не отвлекал. Стараемся максимально выслушать человека, дать ему необходимую психологическую поддержку. Постоянно находимся на связи с ним. Будем работать, пока ситуация полностью не стабилизуется. В 10 областях и столице объявлено штормовое предупреждение. Осадки ожидаются на севере республики, в Павлодарской, Кызылординской областях, ну и также в горных, предгорных районах Туркестанской области. Ветреную погоду метеорологи пообещали в Жамбылском и Алматинском регионах. Метели, гололедица в Восточной и Западно-Казахстанском, а также в Мангистауской и Акмолинской областях. В столице сегодня ожидается метель, днем вероятен гололед. Местами порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Прошлый год был шестым самым теплым за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли американские ученые. По данным специалистов НАСА и Управления океанических и атмосферных исследований, последнее десятилетие было самым, пожалуй, жарким с момента начала наблюдений в 1880 году. Кроме того, экстремальные погодные явления в разных частях света указывают на постепенное нагревание планеты. И вот одним из таких индикаторов стало рекордное количество тепла, которое поглотил в прошлом году мировой океан. Это, в свою очередь, привело к изменению погоды и морских течений.
Я думаю, будет справедливо сказать, что нас ждет увеличение частоты экстремальных событий. Трудно сделать прогноз на какой-то конкретный год, но с учетом нагревания атмосферы, к сожалению, таких явлений будет больше. Что касается нынешнего года, то почти со стопроцентной уверенностью могу сказать, что он войдет в десятку самых жарких. Турции разрешили иностранцам вакцинироваться от коронавируса на платной основе. По данным Минздрава, на выбор предоставлены препараты компаний Sinovac, BioNTech и Pfizer, а также местная вакцина. В ведомстве пояснили, что сама прививка бесплатная, нужно только заплатить за услугу в медучреждении, а укол обойдется уже в $30. По словам экспертов, с появлением нового направления рынок вакцинного туризма существенно оживится, а на Турцию придется не менее 20% турпотока. Вакцинироваться можно будет после запуска единой системы, куда будут вносить каждую прививку, введенную иностранным гражданам. С собой нужно иметь только паспорт, можно не записываться. Регистрация происходит в порядке живой очереди. И в завершение расскажем вам о спорте. Власти Австралии во второй раз уже аннулировали визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Похоже, что сербского теннисиста все же ждет депортация. Но сам он не сдается и снова подал на апелляцию, до рассмотрения которой он имеет право находиться в этой стране. Детали судебной тяжбы 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» и тонкости австралийских иммиграционных законов выяснял Амир Хайдаров. Проблемы у Джоковича начались, как только он приземлился в аэропорту Мельбурна 5 января. Спортсмен не смог предъявить веских оснований для пересечения границы без обязательной для всех иностранцев вакцинации. Особое разрешение, полученное от организаторов Australian Open, пограничников не убедило. После нескольких часов допроса въездную визу серба аннулировали и сообщили о необходимости покинуть страну. Правила есть правила, и особых случаев здесь быть не может. Это политика строгой защиты границ, особенно в условиях пандемии. Это позволило нам удержать уровень смертности от COVID-19 на одном из самых низких уровней в мире. У отеля, куда поместили атлета, сразу начала собираться толпа неравнодушных болельщиков. Поддержку спортсмену выразили и на родине. Президент Сербии назвал задержку Джоковича издевательством, а СМИ заговорили о возможных политических мотивах. В итоге, спустя несколько дней на карантине, сербский теннисист успешно оспорил решение иммиграционной службы в суде. Его визу восстановили, и он приступил к тренировкам. Хорошо, что он больше не под стражей. Он выиграл дело в суде, и это положительный момент для него. Надеюсь, теперь мы сможем сосредоточиться на теннисе. Но, думаю, остаются еще вопросы, которые требуют ответа в связи со сложившейся ситуацией. Действительно, по мере того, как сага с визой Джоковича набирала обороты, у местных жителей и властей появлялось все больше вопросов к действиям звездного атлета. Выяснилось, что за 2 недели перед перелетом в Австралию он был в Сербии и Испании, а в визной анкете указал, что не совершал никаких международных поездок. Также во время заражения ковидом в прошлом месяце он нарушил правила самоизоляции и посещал публичные мероприятия в Белграде. Новые обстоятельства заставили австралийского министра по вопросам иммиграции наложить вето на решение суда, и визу спортсмена снова аннулировали. Я считаю, что 8 из 10 австралийцев, с кем вы поговорите, поддержат решение министра. Мы пережили довольно тяжелый год-полтора со всеми строгими ограничениями. Если существуют правила, то под них должны попадать все, и неважно, суперзвезда вы или нет. Точку в деле Джоковича должен поставить федеральный суд, куда адвокаты спортсмена снова направили апелляцию. Ее рассмотрят в воскресенье. Ну а пока 2-1 в пользу австралийских властей. Амир Хайдаров, Хабар 24. Будем также следить за ситуацией Новака Джоковича. Этим завершаем пока выпуск к этому часу. Спасибо за внимание. До скорой встречи.